Очередная успешная охота на криминального авторитета. Полиция задержала преступника, взяв штурмом квартиру, в которой тот обитал. 32-летний иностранец на территории Украины представлял интересы вора в законе из России. С сентября задержанный находится в розыске за воровство и хищение наградного оружия у полицейского. Сотрудники миграционной полиции установили местонахождение уроженца за Кавказьем. Во время обыска они изъяли инструменты, которые доказывают совершение уголовных преступлений. Чоловіка взято під варту. Його перевіряють на причетність до ряду злочинів, скоєних на території держави. Відповідно до чинного законодавства України йому загрожує до 7 років позбавлення волі.